Во Владивостоке прошел конкурс мастерства пожарных Росгвардии. В течение 3 дней они обменивались передовым опытом, отрабатывали практические навыки владения пожарно-техническим вооружением, средствами спасения и тушения пожара. Также состоялся конкурс мастерства, в котором приняли участие 14 человек. В рамках сборов представители Дальневосточной пожарно-спасательной академии провели занятия с росгвардейцами. В этом году сборы должностных лиц ведомственной пожарной охраны Восточного округа проходят в Дальневосточной пожарно-спасательной академии. В настоящее время проведены ряд занятий преподавателями академии и сданы ряд нормативов. Целью данных сборов является обмен передовым опытом в вопросах организации ведомственного пожарного контроля, выработка единых взглядов, подходов в проведении надзорных мероприятий по осуществлению ведомственного пожарного контроля. В рамках учебно-методического сбора также проводится конкурс по пожарно-прикладному мастерству. Принимаются одевание, такие нормативы, как одевание боевой формы одежды пожарного, преодоление 100-метровой полосы препятствий и подъем по штурмовой лестнице в окно 3-го этажа учебной башни. Практические занятия прошли на учебно-тренировочных комплексах спасателей на базе в Артеме. Росгвардейцы находились в помещениях в условиях воздействия опасных факторов пожара – задымления, высокой температуры, открытого пламени, теплового излучения. Специалисты пожарной охраны Восточного округа Росгвардии успешно справились с испытаниями, продемонстрировав высокий профессионализм и подготовку.